Всем привет, друзья! Мы находимся на одном из заброшенных объектов, что находится на Красном хуторе. О нем не написано ни на сайтах, ни на картах, его не обозначено. То есть мы не знаем, что это за объект и что в нем было, когда он работал. Ну, сейчас будем смотреть, что и как. Он похож на культурный центр, как вы видели на общем плане. Простите, что я заикаюсь. Такое все. Смотрим. Как видим мы, что тут были граффитисты и заснимали, делали граффити. Тут очень темно. Будем светить на камеру те места, которые более-менее видно. Мы залезали через вон то окошко. Все, пошлите смотреть. Вот мы зашли в такой зал здоровый. Тут стекла такие. Какой-то мусорник. Не знаю, что это такое. Вот окна. Вид на Красный хутор. Кто живет на Красном хуторе? В том прикол, что это здание, по-моему, половина заброшена, а половина нет. Потому что, смотрите, видите, аккуратненько закрыто, закрытый проход кирпичами. То есть, за этими кирпичами находится еще действующий объект. Логично. Да. Ну, идем, сейчас выйдем туда, посмотрим, что и как там. В подвале там темно, когда мы залазили. Еще там кто-то обдрестался или что, хрен его знает. Блин, вот здесь. Смотрите, такой выход. Вот, выход. Такой зал. Ну да, смотрите. Смотрите, видите? Новые пластиковые окна совсем. Блин, надписи всякие. О, Костя. Да, о, ребята, вон, смотрите, крыша наверх. Сейчас посмотрим, что там внизу, и пойдем. Просто тут. На крышу полезли. Хотя опасная лестница. Ну, тут менее опасно, чем мы лазили на заброшенном спорткомплексе. Вот еще одна комнатка. Была комнатка, стала сосиху. Надеюсь, меня дети не смотрят. Смотрите, чувачки, это вешалочка. Да. Только крючки уже здесь. Типа, да. Офигеть. Блин. Смотрите, тут 11, 12, 13, 14. Капец. Раздевалочка. Прикольно. Свети куда я. Смотри. А ну-ка, посвети подальше. Да, видите, душ такой типа. Вон наверху там было, по-моему. Вентиляция. Да, вентиляция. Кафель или как он называется? Плиточка какая. Да. Чистенькая такая еще, аккуратненькая еще. Капец. Да. Смотри. Тут ничего нету больше, там тупо пустые, вырванные какие-то эти. Идем дальше. Офигеть. Оттуда мы ушли, там, смотрите, видите, тут сортиревич. По-моему, тут уже туалет был. Вон, видите, с
сортир типа. Вон, видите, раздолбанные умывальнички. Видно улицу. Такой. Зелень. И дальник. О, тут какие-то ступеньки или какая-то вид зона была. Парта какая-то. Смотрите, вот комната еще одна. Похоже на культурный центр какой-то, и все. Заброшенный дворец культуры. Очень похоже, потому что... Или баня. Пахнет так. Говном пахнет просто. Говори простыми словами, что пахнет говном. Тут столовка была, блин. Да, похоже. Да, иду, смотрите. Еще одна комнатка. Пустая комнатка. Вот, ребятки, мы залезли на крышу. Сейчас самый верхний этаж. Тут доски валяются наверху. Все остальное. Вот отсюда мы вылезли и сюда залезли. Пенопласт и еще. Вот мы пробрались на еще одну заброшенную часть через крышу. Одна комнатка. Честно слово, мы не думали, что сюда заберемся. Что? Кого? Медкабинет. А. В натуре, смотрите, советский этот измеритель роста или что, да? Внутри. Что-то мне кажется, что там в поликлинике. Смотрите, ребятки. Помните такой диванчик еще, на котором ложились? И нас живот там проверяли, что-то еще. Ну ладно. Десятый кабинет. Оттуда вышли.
2008 год. 2004. Это 2008. А наверху, да. Смотрите, пол какой сдутый. Из-за... Сейчас мы... Смотрите. Возьмем как хабар. Что это? Прогноз экономичной эффективности. Хабир, хабар. Не нужен хабарчик. Еще один кабинетик. Тут воняет говном. Жестко. Да пересрать.